и будет называться абрис. Изгиб, он уходит у тебя вдаль, вот туда, видишь? Это называется перспектива. У тебя свет тоже неровно падает, ветка имеет рельеф, фактуру. Да, вот прям как паутиночка. Вот представь, что ты прям... Паук. Паучок. Здесь тонкая работа. И по цвету, и по деталям. Смотри. Здорово. Тут он красивый. Немножко пожелтел. Прекрасно. Продолжай этот стиль пуантилизм, которым ты сейчас работаешь, он имеет место.